Уже совсем скоро вы сможете посмотреть 8-серийный сериал под названием «Находка века». В нем главные роли сыграли Дарья Урсуляк, Игорь Верник, Арам Вардеванян, Алена Хмельницкая, Эрик Яралов. Диана – девушка, обладающая ярко выраженной целеустремленностью и амбициями, живет в Москве, хотя ее корни уходят в армянскую культуру. Это умная и независимая женщина, погружена в мир науки, стремясь сделать карьеру в области древней истории. Ее жизнь полностью посвящена работе. Она не интересуется традиционными семейными ценностями, предпочитая свободные отношения. В данный момент Диана сосредоточена на написании диссертации, в которой исследует значимость женских фигур в Ветхом Завете. Ее мечта – стать самой молодой женщиной в стране, удостоенной степени доктора исторических наук. В этом стремлении ее так вдохновляет возможность оставить след в научной среде, что она готова на все ради достижения своей цели.